Всем привет, ребят! Ну что, прокачал я наконец-то отдельным видосом, показал вам, какие шансы словить и пятерки, и все остальные чарки. Прокачала наконец-то себе вот таких вот героев. Единственное, у нас еще прорыв не прокачан на максималку. Я думаю, мы скоро это исправим. Так. Ставим раскол на тыковку по питомцам. Вроде все нормально. Сейчас мы с вами затестим, сможем ли мы таким же составом, как я бегал до этого, уже с обновленными чарками, то есть более усиленными героями, затащить 5 архидемонов. Архидемон у нас, сколько тут ребята, уже 190. Вот такой вот. Поехали. Вот лучшая попытка у меня была 1.950. Я бегаю с космо. Возможно, попробуем еще с огником, но космо, как по мне, получше будет. Хотя и то хорошо. Космо просто больше защиту от стана дает. Парализует на дольшее время. Вот такой вот у нас состав. Поехали. Так, стартовали мы в прошлый раз с Мишки, если я не ошибаюсь. Так, космо активировался, ускорение пошло. Еще есть вариант попробовать воодушевление. Сейчас мы попробуем так, посмотрим, сколько у нас получится. А потом я попробую на тыковку поставить воодушевление. Хотя, в принципе, это не сильно повлияет, хотя, возможно, пару секунд нам даст. Но зато мы потеряем тогда дополнительный урон. То есть непонятно, что лучше будет. Обычно мы проходим в 20 секунд, и где-то плюс-минус так у нас и получается. So I've come to the conclusion, just a rotten Интересно просто, или даст это усиление что-то нам, или не даст, или все-таки нам придется качать прорывы до 20-х как минимум. Маловато, маловато, конечно, времени. Не знаю, успеем или нет. Хотя вроде как бы и получше идем. По сути, у нас добавилось усиление на допах, плюс добавилось усиление самого героя. Так, тихо, не умирать. 30 секунд. Не, наверное, нам не хватит столько времени. Все равно немножко нам не хватает, видите. Где-то чуть-чуть не везет. Сейчас попробуем этот же состав, просто поставим сюда огника. Посмотрим, как с огником будет идти. Или все-таки нам хватит времени. 10 секунд, ребят. Да, мы это сделали, наконец-то. Смотрите, еще даже немножко набьем больше. Чуть-чуть. 5.36. Вот так вот. Все-таки усиление немножко повлияло. Давайте попробуем команду. Берем космо, поставим сюда огника. У нас не будет смотрителя. А, у меня здесь нету.
Сейчас нам надо будет вытащить. Да, какую-то чарку смотрителя для теста. Сохника, конечно, лучше стартовать, но он держит меньше. То есть мы посмотрим, вы увидите разницу, в чем суть. Что такое Овника, что такое Космо. Но все равно результат отличный, меня он радует. Плюс 80 миллионов мы дали прибавочку. Это при том, что у нас не прокачаны на полностью максималку. Прорывы. Так, в принципе, у меня же должна быть какая-то, чтобы мы долго не заморачивались. Блин, нифига на смотрителя нет. Все уже посливал. Значит, придется мучиться, ребят. Были бы у нас 30-е прорывы, в таком составе мы бы вышли в топ-1. Но, как видите, не хватает немножко где-то урона, поэтому... И то уже результат плюс 80 миллионов. Это, я считаю, уже топово. Осталось теперь только прокачать самих героев. Исцеление даже упало, ничего себе. И ожог самая имба. Нам дадут хотя бы одну какую-то насмотра или нет? Вальс клинков. А, кстати, я вальс клинков сейчас сразу поставлю на... нашего нового героя, которого мы на стриме вытащили. Налегке причем. Быстрее того архидемона бьем, чем вытащим этот талант долбанный. Ну, жесть. Вот посмотрите, как плохо падают. Второе исцеление, еще ни одного этого. Офигеть. Да, они издеваются над нами, что ли. У нас, кстати, за счет Экникрыла будет немножко усиление. Так как он тоже дополнительно улучшает урон, но, блин, не хватит нам, мне кажется, защиты от стана, что-то я не особо верю. Это просто жесть. Я в шоке. Но хоть одного смотрителя дадите или нет со 100 коробок. Как пофиксили на атри. Они падают просто плохо. Не то что плохо, ужасно.
куча ожогов, куча замедлений, куча ремок, опять гнев, опять самоуничтожение, берс, вальс клинков еще один, офигеть. Это просто жесть, ребят. Всем бы так он падал, да? Да уж. Называется, я хотел вам сделать короткий видосик. В итоге мы переролили кучу коробок. И еще ни одного не вытащили. Таланта смотрителя. Причем нам любой талант смотрителя подходит. Без разницы какой. Офигеть. Да они издеваются просто. Наконец-то. Делаем на максималку. Так, эмблемкой мы поставим раскол. Блин, здесь надо ловить пиромага. Так, капец какой-то. Что за подстава? Нормально, тут недолго. Так, созвездие. Ну, здесь созвездие собрано на уклонение, поэтому максимум, что нам надо, это только уклонение здесь ролить. Но мы его ролить будем очень долго, поэтому я сейчас поставлю то, что выпадет на крит, чтобы он побольше критовал. Точность. Почти пятое уклонение, чуть-чуть нам не хватило. Крит, урон, крит. Нормально. Пойдет. Без шестого будем, но в принципе нормально. Так, и сюда мы поставим вот так вот. Все, окей. Рассматриваем, что там у нас на космос стояло. Пиблоп. Хорошо, поехали, ребятушки. Лучший пока у нас такой был момент, но у нас здесь нету смотрителя. Стартуем мы с Огника. Выкидываем всех. Получили сразу же. И смотрите разницу в уроне. За счет огника у нас будет больше с вами урон, скажем так, но есть одно но. У нас больше стана будет проходить по героям. Вот видите, 20-е, мы еще до сих пор одного не убили. Только 12. Мы потеряли с вами 8 секунд с огником. Это только на первом. То есть сейчас вы увидите разницу. Какая разница все-таки между огником и космо. Причем огник донатный герой. Ну, как видите, здесь вылетает вроде бы круто по 500 все время. Но мы только второго убили. То есть максимум, что мы с вами убьем, это 4 там с половиной, это потолок. И то, я думаю, вряд ли.
touch your phone, but you don't realize. Да, разница, конечно, вообще. Ну, как видите, мы все-таки сделали то, что должны были. Мы апнули 5. Плюс мы видели, что здесь донатный состав совсем не нужен. Здесь нужен Космо. Надеюсь, что будет акция с Космо скоро, и он всем достанется без доната, потому что с ним реально здесь очень классно бегать и набивать. Ну, 4. Это не есть топ-результат. 4,5 это потолок будет. Вот так вот, даже нету половины. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.